Помочь тем, кто в этом нуждается, не так и сложно, подумали учащиеся строительного колледжа, и уже в течение недели они приезжают в монастырь святых жен Мироносец. Например, сегодня ребята складывают кирпичи, чтобы потом их можно было вывести. Плюс не так давно обители отдали заброшенные помещения Бобруйской крепости, так что работы хватает. Если нужна какая-то помощь, мы всегда помогаем. Мы не только здесь помогаем, мы еще ездим в дом престарелых, у нас есть тоже, там тоже помогаем. В этом году монастырь готовится к 800-летнему юбилею со дня рождения святого князя Александра Невского. Начали с благоустройства территории. Очень благодарны строительному колледжу, вот, что они вышли к нам навстречу, вот, потому что нас всего 5 монахинь. Вот, в принципе, я самая молодая, все преклонного возраста. Вот, поэтому мы, конечно, очень надеемся, что и в будущем нам будут оказывать содействие. Напомним, 17 апреля по всей стране пройдет республиканский субботник. Половину всех заработанных средств направят на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, а оставшиеся 50% на ремонт, реконструкцию, реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.